И мы сейчас будем взрывать динамит Риамкрафт. Или не Риамкрафт. Или Люкрафт. Я хочу этого игрока взорвать. Он мне уже надоел. Просто бесит. Только сам не взорви этот динамит, а тут ты сам себе хлопотно получишь. И я сам себе еще что-то сделаю. Надо еще одеться этим. Ой-ой. Закройте глаза, пожалуйста. Просто сейчас из игрока останется только смесь. Или он на дистанцию ушел, этот игрок. Не знаю, но пока смерть его не приходит, игровой. Пока он там жив. Че, он отошел от динамита. Еще в мою сторону динамит летит. Класс. Что игла лагает сильно. Ой-ой. 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 Ой-ой-ой. О, сейчас адекватно не останется вообще. Бабах, все. Да нет, игрок там бегает. Его динамит не достал. Окей, окей, окейушки. А вот так. Так, еще я хотел еще сказать кое-что, рекламочку. И еще на моем канале, может, будут еще приходиться стримы какие-то. Ну, какие-то там цветочки сниматься с классической музыкой. Такие, возможно, и будут. Засыпающие классические музыки. Если там самолеты не вот так. Как я давно так хотел делать. Кстати, я цепочку хочу сделать грамматическую. Динамита. Цепочка динамита. Это означает цепочка, цепочка, цепочка. О, игрок подключился к игре. Почему? Да. Ладно, давай запись выключу. Кстати, почему я баг вам не показываю вообще этого игры? Ну, можно любую вещь, только эта вещь помогает только сделать этот баг. Можно любую вещь раздюпать, если у вас только получится так сделать. Сколько-то вещей. Ну, динамит можно, любую вещь. Какую захотите? Песок! Конечно, я пробовал песок, только зачем мне этот песок нужен, вообще не знаю. Закончилось. Теперь придется вам показывать этот баг игры игровой. Кстати, на улице уже хорошая погода. А теперь я хочу вам сказать один прикол. Теперь у меня телефон на солнце перегреется и все. А, ну тут бывают такие случаи, если чё. Проблемы. Не снимать стрим. Давай-ка я быстро разберусь. Ой, еще зажигалочка есть. Ну, значит, бах, я вам сейчас покажу этот. Сейчас, погодите. 5 минуточек и все. Монастировый баг. Берете вот этих таких вещей две штуки и нажимаете вот так. Потом. Динамит. И на него нужно резко нажимать. Конечно, у меня не получилось. Потому что я отвлекся. Так. Где он заспавнится? Вот здесь. Конечно же. У меня не получилось. Значит, берем две штуки вот этих вещей, потом динамитик. Вот так,
на него должны нажимать. Как у меня все. Все у вас получится. Вот так и мой секрет разбыт от всех. Теперь мой секрет все знают. Скачивайте Ремкрафт и так же можете делать. Только если я это увижу от кого-то, я точно догадаюсь, кто-то из вас. Потому что этот секрет только я знаю. Только я. Никто просто не знает. Никто. Конечно, мои ролики много смотрело кого. Может, 100 там уже всего. Или 200. Ну, об этом секрете уже много знают уже. Мало кто знает. Это не на руку. Надо, чтобы знала, ну, не очень много так. Чтобы играть интереснее. Очень страшно сейчас это делать, но придется. В общем, там начинать уже. И поехали. Могу и побольше сделать. Так, начинаем взрывать. Так. Так. Ой-ой. Ой, игрок там ходит. Ой-ой, ой-ой. Ай, больно. О, смотрите, туда все полетело. Вот там самое опасное место, кажется. А я в самом безопасном месте. Смотрите, если игра так сильно лагает, значит я переборщил с динамитом. О, салют. Салют. Ой, мне жалко этого игрока. Ой-ой, не... Что-то очень долго завивается все. Мне уже надоело это уже. Ждание. Я уже надоела. Что все летит, 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 летает, летает. Это что это? Динамитное шоу. Ой, да я думаю уже все. Вот тебе и называется цепочка динамитная. Чё он меня кидает, это яйца? Ай. Больно. Он, наверное, забоялся, испугался меня. Но я же добренький, я ничего с вами не сделаю. Только взорву вас. Немножечко. Я тебя пожалел с динамитом. А ты меня прибить хочешь. Ты мразь. Ой-ой. Сейчас он меня прибьет. А я сейчас, если на меня сейчас пойдет, я просто динамит подожгу и бегу. Давай! Щелбань! Щелбан! Пуканыч! Или как-то... Ну давай, давай! Давай, подходи ко мне! Чего-то он меня боится. Да не бойся, я с тобой ничего не сделал. Просто... Ну просто будет... Там... Взорвёшься. Чё у меня лагает? Так игра. Так могу... Я от него...
С него снежками пострелять. Не, я не хочу рисковать. Все, запись. В общем, он глупо как-то умер. Я решил сделать динамитик шоу. Динамитик шоу. Просто так делаем. Ай. А это всем пока. А можно было и сделать вот так. Эксперимент на мне. Я вот люблю эксперименты тоже проводить. И один эксперимент проведем. Успешно. Делаем вот так. Делаем вот так. И бежим в самый конец угла. И под угол. Я выжил. Я выжил. Тут из рыбы кого-то... Ай-яй-яй-яй-яй. А вот оттуда не добралось оно. Я испугался просто. И вы понимаете, я от игрока так сильно испугался. Я думаю, кто это? Неожиданно что-то случилось. Я даже не ожидал. Ой. Кто он убежал вообще? Ой, что-то от карты немножечко там осталось. Маленькая струйка карты. Так я карту могу не восстановлю, а так вам. Там же от карты ничего не осталось. И просто сейчас... Ой-ой. Ну все, я не выжил. Все. Ну, в общем, на всем пока. Один раз от игрока испугался. Это ничего такого страшного там нету. Неожиданно было. Ну, на этом всем пока. Всем пока-пока. Нершин. Или как там? Может, возможно, завтра будет гроза, и, возможно, я завтра буду стрим проводить. Перед грозой прямо. Только... Когда глаза будут вдалеке, цветычки. Когда глаза будут вдалеке, можно уже будет ролик выключать. Все, всем пока.